Добрый день, Аршак. Поздравляю вас с победой в этом принципиальном матче. Уже было ясно до начала игры, что будет битва. Эту битву вы выиграли. Довольны? Конечно, довольны. За счет чего сегодня получилось обыграть неуступчивого соперника? Борьба была очень плотная. Мы забили быстрый гол и дальше уже играли, ну, скажем так, больше от обороны. В первом тайме ветер был на нашей стороне, было проще. Во втором тайме уже было посложнее, еще мы сами устали. Ребята, что я могу сказать, ребята хорошо поиграли, принципиально очень игра была, мы к ней особо не готовились. Время, конечно, очень неудобное было, я это еще припомнил Ньютону в ответной игре. Вот так вот специально ставить неудобное время, я считаю, как-то не по-спортивному, некрасиво, что пару наших ключевых игроков сегодня не было. В целом я результатом доволен, хорошее судейство. Ребята довольно-таки политкорректно, культурно играли, не было грязи какой-то, все по делу, все заслуженно. Хорошая игра вратарей, и наш вратарь вытащил пару моментов, и их вратарь вытащил. Хорошая игра вратарей. Ясно. Закрыто, да. Спасибо большое, вы сразу ответили на все вопросы, которые хотел задать про вратарей и так далее. Удачи вам в следующем туре. Спасибо.